Вот, вот такое ущелье, текущая вода, и там вот дальше видно что-то замечательное. Но пришлось спуститься 175 метров. Викуська молодец, она победила свой страх, она смелая и смогла спуститься сюда. Не то смелый, кто не боится, смелый тот, кто может победить свой страх. Теперь нам предстоит вот туда наверх 175 метров, но это 20 минут подъема. Стопудово. Викуська смелая. Вот они, два водопада. Нижний, верхний. А, отличная картинка. И вот такие шикарные горы на заднем плане.